Итак, друзья, мы с вами не первый раз уже в этом месте. Мастерская здесь делают красивые штучки из стекла. Здесь вот стекло. А я вот, если кто не знает, мне дают вот такие держалки для бумаги, это называется, а paper press. Ну, это довольно такие красивые, есть более простые, вот я их беру. Мне даже бесплатно там много дают, потому что я их детям раздаю. И владелица, значит, вот этой мастерской, она знает, что я раздаю детишкам. Значит, откуда берутся вот эти штуки, которые мы раздаем? Они являются отходами производства. Отходами производства, когда вазу отделяют от трубы, в которую дует стеклодув. Значит, там на трубе остается такой шматок стекла, и вот этот шматок берут и сплющивают, дают ему остыть, вот, и получается такой paperweight, такая придавка для бумаги. Вот. А я детям дарю, они, да, девочки берут самое красивое, что-нибудь такое, вот, а мальчики берут самое большое, я заметил за ними такую особенность. Значит, мы здесь с друзьями, у нас приехали друзья, они здесь никогда не были. Это в Санта-Крус, тут недалеко, городок Девинпорт. Вот, и мы с ними пришли сюда просто посмотреть. Ну и, естественно, взять сколько-то стекляшечек, пополнить мои запасы. Вот так, такая у нас сегодня задача. А муж хозяйки, химик, когда-то придумал технологии, которые позволяют вот, вот так делать, вот, так, вот это красотище. И у них 7 стеклодувов, которые это выдувают. Они примерно все одновременно собираются выйти на пенсию и закрыть лавочку, потому что никаких сил продолжать у них больше нет, они уже не молодые. В общем, через какое-то время все это исчезнет. В том смысле, что нового никто делать не будет. Приобщившись к искусству в виде стекла художественного, наши гости решили, я не хочу сказать, выпить. Ну, пошли мы с ними на винодельню. На нашу придворную, тут рядышком с нами винодельню. Как пахнет здесь, друзья, как пахнет. Да, вы можете сказать, а что же вы друзей не показываете? А там у нас Майя, подруга, значит, она говорит, что не причесана так, как хотела бы причесаться для съемки. Она вообще риэлтор, хороший, очень-очень хороший риэлтор. Стесняется на камеру показываться. Я не знаю, что она, симпатичная женщина, хорошая. Ну, в общем, так, стесняются. Вот они, друзья, секвойи. Мы периодически приходим в это место. Я каждый раз не устаю восхищаться. Да. Вот мы заходим, и тут дегустация. Здесь особая дегустация. Здесь ты платишь $15. Вот. И они тебе не вернутся, если ты потом купишь бутылочку. Это дегустация вин, которых тут много. Вот у них большой запас. А вот здесь там вот бутылочку открыли, взяли с нас денежку. Мы просто взяли бутылочку так. Вот. А вот там уже такая основная дегустация, там 5 видов, стоит десятку, но если ты купишь бутылку за 30-ку и дороже, тебе эта десятка засчитывается как бы в эти денежки. Друзья, как простые калифорнийцы, не имеющие никакого опыта официантской работы, как они мастерски сервируют, ну вообще понимают жизнь. После некоторых раздумий мы перебрались на улицу, и вот тут, если вы слышите, ручей журчит, вот он там журчит, вот там, ну тут заросло все так, а вообще ручей. Я и сам-то ничего не вижу, но знаю и слышу ухом. Журчит. Вот у нас птичка какая красивая. Оп!
и улетела. Нет в жизни такого счастья полного. Только птичку найдешь, она раз улетает. Вот такая птичка. Люди вино пьют, и они не могут так быстро переключать взор. Понимаете, когда пьют вино, так резко не получается. Если бы медленно летала птичка, мы бы уследили. Вот, друзья, и визуальное подтверждение того, что ручеек имеется. Не только звук от него. Заросло папоротником. Кошмарное дело. Вино изумительное. Изумительное пино. Там на выборы был 2008 год и 2012. Мы взяли 2012, потому что оно такое более фруктовое. Очень хорошее. Не сомневаюсь, друзья, что среди наших зрителей найдутся и такие, кто знает, как называется этот цветок, в котором тут шмелек, значит, свою работу делает. Да. Вот такой цветочек.